Думаешь, потянет? Ну, не знаю, когда запись идет, все вообще рушится, падает. Давай попробуем без вообще твоего видео. Потому что я тебя не вижу вообще. Я сейчас отключу, значит, да и все. Вот. Потому что бесполезно. Вот, давай попробуем вспомнить вчерашних друзей наших визитеров. Да не визитеров, моих гостей личных. Да, я помню эту картинку очень хорошо. Сразу помню ту картинку, которую я первую поймала. Вот сейчас я закрываю глаза, и она мне просто транслируется, эта картинка. Какие-то вот, да, как боги, я их видела. Помнишь, я тебя описывала даже как древнегреческая белая одежда, и по краям этот узор, который античный, или как называется, вот, ну, понял, такие загогулины. Да. Вот они сидели и смотрели в какой-то шар. Я видела только двоих, на остальных я не обращала внимания, но круг там достаточно большой, возможно, там были еще. Сейчас я смотрю эту картинку именно так, как я ее видела вчера, и меня смутили это какое-то такое статичное изображение, но вот, понимаешь, считывается энергия какая-то другая, это никакие не боги на самом деле, и я хотела рассмотреть, кто они на самом деле, и посмотрела, и увидела двух каких-то достаточно странных существ. Я закрываю глаза, я вижу ту же картинку, которую видела вчера, и могу, в принципе, легко описать их. Но сначала я им защиту снял, как ты говоришь. Да, По башке стукнул. Да, чтобы они были такие же, как их можно рассмотреть, а не какие-то там боги. Они смотрят в шар. Шар мне идет как стеклянный или пластиковый, вот большой достаточно, и внутри что-то есть, как, не знаю, гель, жидкость, что-то. Там твоя фигурка. Я точно вижу, что это твое какой-то информационный слепок или часть какая-то. Вот знаешь, как Леонардо да Винчи, вот этот человек, вот примерно так же. Руки зафиксированы, ноги зафиксированы, и идет какой-то луч, туда втягивается внутрь. Они смотрят и направляют какие-то у них как красные лучи или указки. Знаешь, похоже на лазерные указки, они внутрь направляют и что-то там с тобой делают. Да, очень похоже, причем давно. Твари. А кто это, где они? Ну вот, обратно же я смотрю ситуацию так, как я увидела вчера, потому что сегодня эта ситуация уже изменена. Вот они похожи на огромных каких-то спрутов, да, похожи немножко, как в фильме «Визитеры», немного не такие, но в принципе конструкция чем-то... В прибытии. Да, в прибытии, вот неправильно сказала, в прибытии. Конструкция их в чем-то похожа. И они направляют на тебя какое-то воздействие, на твою копию, на твой слепок, как ты сказал, да, информационный слепок какой-то. Цель. Тебя туда утащить, тебя просто высасывало из этой вселенной, и нужно было переместить этот шар, это какая-то программа ограничения для тебя, тебя нужно было туда как втянуть, всосать. Именно почему я обратила внимание, что ты начал пропадать где-то. Ну, вот. Я так не впервые пропадаю. Я так иногда пропадаю на несколько дней, потом еле-еле вылажу. Это ужас просто был. А сейчас я хоть понимаю, что происходит, что это за причина была. Так. Ну, А потом... почему? С чего и они мной заинтересовались-то? Алло. Да, я слушаю, я А, слышу все. тебя. Я просто смотрю, как это выстраивается. Они следили за тобой давно. Это и сейчас, и раньше. Было отправлено как волна во время, да, давно, вот какое-то время, как, не знаю, лет 8-10 назад вот туда шла волна. Они там установили первый контакт с тобой, не контакт, нет, но первое как воздействие на тебя, это как какие-то лучи, которые идут, начиная от предплечья, наверное, с правой стороны, насколько я понимаю. Да, правая сторона, вот предплечье, и примерно туда вошел луч. Он дальше по всему телу распространяется.
Грудная клетка, да, живот, да, низ и позвоночник. Твоя часть была там, где они засекли тебя. Да. Можешь посмотреть, где это? Да, могу посмотреть. Я вижу эту королевишну. Они с ней взаимодействовали каким-то образом, отслеживали или направляли, или я не совсем вижу сейчас, какая у них была связь, но Ну, посмотри какая-то. сначала меня, как они, где я был, кем я был 80 лет назад, получается. Нет, я сказала 8-10 А, лет. 8-10? А, ну, Да. Вот это да, все только начиналось. я говорю об этом воплощении, да, когда они тебя вышли на тебя, скажем так. 10 лет назад у меня все тоже самое веселое началось, да. А 8 лет назад, в 2012 году, собственно, была встреча, я понял. Они ее, получается, ограждали от меня. Да, и потом они вели тебя постоянно. Вот не вели, но наблюдали за тобой, вот правильно. Какое-то время ушло на то, чтобы создать твою вот эту копию и управлять этой копией, а потом просто начали как стирать тебя. Это стирание на каких-то уровнях шло, и замещение, чтобы ты в этой вселенной, так как ты есть, стерся, а туда переместился. А зачем? Цель чего опасались, чего хотели? Как-то глупо достаточно идет, как доля в бизнесе, как доля в дерибане каком-то у них тут есть или была. Доля с тварью получается. Да. Смотри, шарик. А сколько таких еще, и что он делает? Из чего сделан? Этот, Ну, я как бы знаю уже, да, который меня они помещали, да, смотрели. информационную копию мою. Да, это какое-то, как я не знаю, стекло, оргстекло, что-то, что хрусталь, я не знаю, как огранка там есть, он гладкий. Смотри, чем он был до того, как стал шариком. Удивишься. Он был кристаллом. Еще. Вижу только кристалл. Среда, которая вокруг шарика. Что-то жидкое, но не совсем как гелеобразное. И вот смотри, Это чем была он был. планета. Это на планете, да, под водой, смотри. Из чего они сделали этот шарик? Нет, не понимаю. Я вижу только то, что вижу. Какое-то стекло, пластик, огранка. Да, стекло, пластик, это типа живой, ну типа как жемчужина, они вырастили какой-то живой биокомпьютер Я видела это как исторический. кристалл какой-то, Да, да, вот. да. Ну вот есть как бы кристалл, но он подводный такой кристалл. Да, подводный. Там у них вся Вариант стекла. такая, да, там у них вся такая вот атмосфера, там, где они есть, вся такая какая-то жидкая, что ли. Они Ну там да. как плавают как-то. Ага. Это типа воды, но что-то другое. Это какой-то газ сгущенный. Да, вот не понимаю, Потому мне что идет на как Юпитере же. дожди из алмазов идут. Там так все переходит. Вот тоже какая-то среда непонятная. Это не вода, но как водная среда, да. Как водная, Как вот. знаешь, как очень-очень такой густой туман бывает, что вот, Да? ну, прям дышать нечем. Ну вот Вот. там какой-то Влажность газ. У очень нас высокая, азот, да. а там вот как вода более плотный, какой-то газ другой. Основной газ у нас азот, а потом кислород. В нашей атмосфере. У них все иначе. Они как плавают, реально как океан огромный. Большая-большая планета. И как-то эти вампиры появились. Посмотри, пожалуйста, с какого момента они стали вампирить. Делюшку. Я поняла. Они заразились чем-то. Вот в нашей планете тот, который был архитектор, тот был или такой же, или один из них. Тот, который как смотрящий был. И они и направляли, и я не совсем понимаю их метод взаимодействия с тварью. Сейчас уже плохо видно, но
Как-то я не совсем понимаю. Они думали, что она им отдавала какую-то часть. Вот как это Да. идет. Да, и они вели на уровне вероятности, на том уровне, на котором даже тварь не может, не могла взаимодействовать. И я его только сейчас пытаюсь осваивать, но, блин, прикольно. Они показали такой классный уровень. Смотри, пожалуйста, почему, когда они заразились чем? Да, это как вирус, он поднимается вверх. Отверстие какое-то, и вверх по отверстию поднимается этот вирус. Откуда вверх? Снизу. Но если взять нашу галактику, как это взять-то? Вот внизу, снизу, из самого низа поднимается вверх, вверх. Вот если взять, что как. Это в нашей вселенной. Я бы не сказала, что это Вселенная, это наша галактика, что-то большее. Расширяйся до уровня, ну, допустим, нескольких галактик, смотри, откуда это пришло. Вот как вся, нет, не одна галактика, много, как вся наша система мироздания, скажем так, Вот огромная, огромная. Тор вселенных. Хорошо. Да. Давай открывайте видение на нашу часть Тора, на нашу четверть, скажем так, достаточно. Смотри, откуда пришло, и этим вирусом сколько поражено вселенных, и откуда он пришел. Он пришел очень-очень снизу, где-то в самых низших уровнях, там, где, ну вот вообще там минус-минус-минус, скажем так. А поражено, я вижу, или 52, или 54, по-моему, 52 идет. Опускайся в самый низ, в момент, откуда он пришел. Там взрыв какой-то, что-то взорвалось, огромное, что-то большое Смотри, взорвалось. что взорвалось. Ну, я вижу это как, не знаю. Вот то, что закрывается, вот такой большой Чем закрывается? щит, только круглый. Щит. А почему он взорвался? Потому что был бой. Так. Кто с кем? Я не совсем понимаю, как два, вот две сущности, две фигуры. Одна большая, огромная, голубого цвета, как мы видели уже, бок. А вторая в шипах вся. Но они не там, не на низших уровнях у них шла стычка. У них где-то в пространстве шла стычка. Второй, вот его противник, который закрывался этим щитом, он похож на, не знаю, что-то очень большое, шипообразное, на ногах, с руками. Тело какое-то, как колючки, все полностью. Немного похоже на шарообразное, но трудно понять форму из-за того, что он движется. Он закрывается этим щитом и как-то уворачивается. Тот, который его противник, вы не знаю, как это не выстрелил. Он ударил его чем-то. Это похоже на огромный, как посох, вот на конце этого посоха светится. Я не знаю, что это. Что-то сжатое очень чувствуется, материя очень сильно сжатая, как вроде взять огромную звезду и уменьшить ее до размера, ну, намного меньше, скажем так. И вот энергия внутри просто бурлит, она очень сжатая. И вот из этой звезды, как или из этого оружия, он стреляет по этому мечу, он разрывается на осколки и падает туда, на низ, низ, низ. И этот щит на какие-то осколки разбиваются. Они все, знаешь, вот как пиццу режут треугольной формы, вот такие вот к центру сходятся. Я вижу там, где упало это существо, какое-то странное, поднимаются клубы дыма, и они вот у самого там основания, где он лежит, они как образуются какие-то туманности более густые, и чем выше подниматься, тем они становятся более такие сумрачные, прозрачные, но еще большое скопление там чего-то, как пыли, как камней, как я не знаю, что там еще такое есть, как какие-то вселенные или какие-то миры образовываются из того, что там есть. А вот из этих
Из этого щита поднимается вверх, как какой-то ядовитый туман. Он под, раз, ну вот, как распространяется вот по этому тору, как раз поверху он и вот как внутри должен быть стержень энергетический, да, проход, ну вот фигура тора. И вот он и Я поднимается. Я понял. смотрю на нашу четверть, и она, да, заражена. Ну, бери кусочек этого тумана и съешь его. Я тоже это делаю. Иммунитет надо выработать. Как пыль на зубах. Знаешь, как в очень пыльное куда-то входишь и вот чувствуешь просто как... А у меня как аккумуляторную кислоту, которую когда-то попробовал в детстве. Фу, чуть язык не сжег, здорово. Ну вот так. Как в Не как... батарейках тоже пробовал. Не Такое как пыль ощущение. какая-то. Угу. Батарейка крона 9 вольт на язык, вот, и одновременно и колет как электричеством, щипет, и вот как кислота. Худший вид лимонной кислоты. Фу. Ты зачем такое делал? Я много чего делал. Я все пробовал. Это, видимо, вшито. Что не убивает, делает сильнее. Так. Давай берем молекулу и меняем этот код. Вектор какой задать? Раскручиваем никакой. Чтобы это было пищей для нашей Вселенной. То есть, чтобы это не заражало ее, как Едой, вирусом да. Чтобы какого-то. это искажает нас, чтобы это уже не искажало, чтобы это усилило даже. Чтобы когда проникает, это становилось едой. Этот вирус как-то как вот между слоями идет в реальности. Проникает и извращает. Это именно тот вирус, который исказил тварь. Исказил этих, которые вели тварь. Назовем их амебы или медузы. Ну, если медузы очень Ядовитые огромные. медузы. Да, огромные. Это то, что заставило их быть вампирами? Я думаю, да. Примерно пятиэтажный дом, размер по нашим размерам. Да, Эти медузки. огромные. Это в толщине, а в ширине очень широкий. Высота 5 этажей примерно. И они как бы впитывают все из этой. Вот это вот свойство впитывать из окружения, из пространства все. Им это и дало. Вот вирус чуть исказил, как тварь исказила возможность, дал прыгать в другие вселенные и жрать все. Эти начали жрать и просто проникать типа сознанием, энергетикой своей. И формировать события так, чтобы материя, информация, энергия шли к ним сами. То есть тоже проникать. Они встали на одной волне с этим вирусом. Так вот, нам нужно этот вирус как-то сломать, вот эти его свойства, начать менять, становиться антивирусом, сопротивление, чтобы он на нас не действовал. Я это уже делаю, давай. Да, я Разбираем делаю. вирус. Разбираем, И вот это раскручиваем. знание об этом вирусе и о том, что как противодействовать, проникает в тебя, в прошлое, настоящее, будущее, на все слои. На все, с чем ты соприкасаешься тоже. Я поняла, да, я делаю, я сделала. То теперь я знаю, откуда у меня добрая половина проблем в моей жизни. Даже Злая не от твари. злая половина проблема, не добрая. Злая половина от твари. Ага. Ну, как это хочешь. Добрая. Они ее вели. Ну, от переменными слагаемых, ты знаешь. Да. Реально, они Они сильнее проникают. помогали. Они, находясь там, где-то за пределами нашей Вселенной, они
Как трансерфинг, они вот реальность подстраивали таким образом. Да, формируют события и разрушения, то есть от всех разрушений имеют свой гешефт, что называется. Они помогают разрушительным процессам и от разрушений, как вот сжигают по линии, сами греются. Они имели свою долю от всех жертвоприношений, от всего, что делает тварь. И они вели этого мега спрута. Да, похоже, мегаспрут — это один из них, перенесенный в нашу вселенную. Это бог той вселенной. И они ее как-то отправили, но они на связи с ним были. У них какое-то коллективное сознание, что ли? Да. Но иное, не роевое. У роевое там одно сознание матки. Нет, здесь у них связь какая-то, не каждый знает о Да. том, что другой Они воспринимает как. индивидуальны, да, но сознание одно. Уникально. У нас тоже возможно у людей коллективное сознание, когда мы объединяемся, но это другое. А там постоянно так. То есть люди могут еще индивидуальными быть сознаниями жить, а они не могут, они постоянно Взаимодействует один с все другим. вместе, да. Смотри, вот где-то как синий крест такой есть, как на медузе реально снизу. В каждом из них. Да, если Вот это снизу вот посмотреть, есть. интеллект, да, пораженный вирусом. Каким он раньше был, до вируса? Он был прозрачным и немножко другой формы. Это как разрослась, эта крестовина как разрослась от внедрения Да. вируса. Они получили супермозг, они получили вот эти свойства Да. усиленные на другие вселенные. Вирус искажает. Ну, может, полечим, то я грохнул вчера с горяча всех. Давай полечим. Реально, одно же сознание. Взял это одно сознание и того. Смотри, как они сейчас. Давай, без лечения пока. Потому что уже сделано много. Такие шары, смотри, в других вселенных. И Там смотри, таких твари, медуз. да, есть. Сколько где? В других вселенных есть такие же шары. Они делают что-то, направляют реальность и управляют и извне теми вселенными, не проникая в них. Смотри, они нашу вселенную задевают своим вниманием. Да. Нет, те шары нет, только этот шар. А другие шары, на них смотрят такие спруты, скажем так, медузки. Они поражены вирусом? Да, поражены. Но не все. Да, я вижу два. Возьми, нет, даже три, но один самый. Давай самый сильно пораженный шарик такой найди. Шарик это объединяет все сознания каким-то образом. Вон он, вижу, повыше. Да, как светится прям реально. И давай Да. туда антивирус. Как вкалываем вот это свойство переработанного вируса. Раньше я давал себя, Сейчас. потому что во мне антивирус, а теперь не нужно уже себя давать. Я понял, что антивирус это отдельно от меня может быть. Вот давай антивирус просто. Хватит себя клонировать на все вселенные. И так уже раскоряченный. И просто коснись информации, все. Я поняла, я так и сделала. Я смотрю, что происходит. Волны какие-то идут, видишь, и по им, и по шарикам. Трансформация. Каскад событий разворачивается. То есть все, что Да. они натворили, понаразрушали, оно все схлопывается, уходит, возвращается к норме. Во всех вселенных, на которые они там в 15 штук городе лазят. Лазили.
Теперь я заражаю антивирусом межмирья. Теперь вирус с одной вселенной на другую не переходит. Аж мне легче стало. Позвоночник освобождается. И теперь все, кто получил антивирус, все не будут вампирить энергию? И не смогут, и не надо. Да, это было требование вируса. Это чудесно. Надеюсь. Солнышки, которых я вчера отправил в ту вселенную, верни их. Да. А то закрываются ворота. Тоже Вот, возвращаем. два последних, подожди. Да, все, можешь закрывать. Оно само. Смотри весь наш тор. Смотри уровень его наполненности, скажем так, энергетической, информационной и прочее. Смотри сейчас и до поражения вирусом, каким он был. Структура была другая до поражения вирусом. Он был как более... Я не знаю, как это описать. Я вижу, ну вот знаешь, как волновая насыщенность немножко другая. Вот идет как картинка пышка, просто. да. Да. Плотнее был, ярче, да. как угодно. А смотри, иди в момент, когда он только начал таким становиться, гаснуть. Да, вижу. Что там происходит? Вот именно этот как туман ядовитый поднимается вверх, и он начинает как-то вот менять структуру и как гаснуть, да, действительно. Рыхлым более становиться, как разъедает этот туман всю структуру. Хорошо, давай смотри, что это за два персонажа, откуда они появились. Эти два, которые... Да. Сражались. Ага, а то я думала про этих огромных медуз смотреть, откуда они, думаю, там вся Да планета нафиг. таких. Там все понятно, Да. да. Эти, которые сражались. Но тот, который победил, скажем так, он из нашего Тора. А тот, который шипообразный какой-то, он как откуда-то приперся. Поэтому и борьба была. Угу. Что ж, Торов не один получается. Я не знаю, я не вижу Тор Друг там или другу в момент. или какое другое пространство, но он Ладно, откуда-то. гляну позже. И смотри еще, куда энергия начала проистекать из нашего Тора. Вот туда вниз утечка там. Там А что как там? дыра такая, огромная, куда он упал, и там образовался какой-то как. Не знаю, то, что мир, но это со знаком минус. Антимир, что ли? Не понимаю, как это. Ну вот как на минус Выходи вниз, за пределы Тора и смотри, куда из Тора начала утекать энергия, потому что система была замкнутая. Да, там как утечка какая-то. Что это вокруг находится? Какое-то междумирье, что ли? Вот туда просто и уходит энергия. А вверх поднимается уже как зараженная и дальше заражается. Дальше уже идут какие-то сбои, идет неправильное вот функционирование, как поднимается и замкнутым вот таким циклом, да? А дальше идет как утечка вниз. Смотри, куда вниз уходит.
Я не понимаю, что это, Илья. Я вижу просто как пустота какая-то. Понял. Кто наблюдает за этой утечкой? Она просто произошла от того, что его пробили. Хорошо. Кто-то наблюдает, кто-то есть, кто-то следит за этим. Посмотри, кто. Глаза только вижу. Опиши глаз. Два глаза, как человеческие. Просто кто-то Хорошо. следит. Отстраняйся и смотри, у кого на голове эти глаза. Ну, эти глаза у человека на голове. Волосы взъерошенные какие-то. Глаза перед глазами линзы или это очки какие-то. Да, это очки. Смотри вокруг, что, в каком помещении, где это происходит. Куб какой-то. Выливается эта энергия просто в куб. То, что я не видела, пустота, это просто куб какой-то. Он похож на громадную. Ой, как это так-то? Она и изнутри, и выходит наружу, как проникает сквозь тор и замыкается снаружи. Угу. Типа Я как не два знаю, как контакта это. сверху снизу, да. Да, я не знаю, как это правильно описать. Вот только такое приходит. Так, получается, он это сделал, подключил к некоему кубу. Что это за куб, что это за человек, смотри. Этот куб похож на какую-то огромную лабораторию, и в то же время он трудно понять по габаритам, насколько огромный, потому что куб или сжимает этот тор, или воздействует на него каким-то образом. Но не могу сейчас так описать и объяснить более четко. Этот человек наблюдает за этим, он следит и говорит, что вот идет такое, знаешь, как энергия, что он гениальный, он придумал, он докажет, он покажет. Какой-то сумасшедший ученый. Замечательно, сумасшедший ученый. Смотри, он из нашей вселенной. Он находится на как на пол витка Вселенной, ну вот по спирали, знаешь, повыше. Из параллельной вселенной, да, из нашего Тора. Хорошо. Смотри его родной мир. Да, я вижу его родной мир. Он какой-то похож на слишком технический. Вот маленькие дети играют, как в пространстве раздвигают окна, знаешь, как мы на смартфонах. Они таким же образом могут управлять реальностью. Я смотрю на маленьких детей, еще таких, ну, вообще, не знаю, года 2-3, вот такие вот, они уже имеют эти возможности. А более вот взрослые индивидуумы, у них какое-то, как идут постоянно, не знаю, что они там делают, спорят, говорят что-то вот слишком технический, техногенный, я не знаю, как это правильно сказать. Я понял, они управляют реальностями, и этот доуправлялся, что вышел за пределы Аштора, не просто в другую вселенную. Вот он, А, наверное, смотри, как он это сделал. он Начало. говорит, что он гениальный. Вот замыкает сверху и снизу. Да, он это сделал. Куда он девает энергию? Можешь глянуть? В куб, а дальше что? Перекачивает куда-то. Его не интересует сама энергия, ему интересен процесс, и ему интересен как результат, то, что у него получилось, и он гениальный. Его как выгнали откуда-то, он как отщепенец какой-то, слишком опасный, чтобы давать знания на уровне всех остальных. И вот, не знаю, как это правильно. Я не вижу, я поняла, о чем ты, я просто считываю его как кто он есть. Я помню, что ты спрашивал, куда он девает энергию. Она там как-то как, не знаю, как таблетки какие-то прессует что-то. Ну что такое? Ну я понял, типа аккумулирует для Да. чего-то. Да.
Он, получается, самоедством занимается, он этого просто не понял. Его вселенная поражена вирусом. Его вселенная не полностью поражена вирусом. Он, получается, поражен вирусом. Да. То есть он сделал вирус, который поразил его уже и замкнул, получается, цепь. Да. Замечательно. Ну что, надо это замыкание остановить, поскольку он создает монстриков. Разрушил этим монстриком, вирусом цельность нашей вселенной, нашего всего Тора, и выкачивает из него. Этот вирус поразил этот Тор, и включая его вселенную и его, и он пораженный. Там уже когда нарушены вирусом стали связи, из-за отсутствия энергии связи между вселенными ослабились. Все и амебы начали проникать между вселенной с одной в другую, накладываться уже от обесточенности, и он стал, получил возможность пробить Он и выйти даже за пределы. Да, подпористая слишком стала. И он, получается, сделал, и он создал самого себя в прошлом, как бы он стал причиной того, что с ним происходит сейчас. Надо этот круг размыкать. А как это делать? Ну как, первое, запретить выходить за пределы не нашей, без позволения создателя. Это я уже с ним сам разберусь, покажу, что происходит. Этот зеленый с шипами, это он создал для того, чтобы пробить. Да. И давай его куб, уголочек, отколем. Я откалываю, стукнул, потом проткнул еще, потому что он какой-то многослойный. Что происходит? Втягивается внутрь. Давай, все энергии снова в Тор. Я беру информационную матрицу этого чувака и стираю. Его никогда не было. Все, что нарушает целостность нашего Тора, стирается. И говорю создателю, пусть такой механизм вставляет. Но он уже вставил. То, что мы делаем, это лишь следствие. Он уже понял. Он все знал, оказывается. Мы лишь проводники. Вся энергия Смотри, забирает. вот тянулась. Да, куб весь его, вся энергия из него, все пространства, которые он прошил, и саму лабораторию, тоже как куб, внепространственный, тоже ломаем. Куб, все эти таблетки напрессованные, обратно в центр Торы, пусть они расходятся, как надо. Растворяются там так, Да, как да, нужно. Да. Угу. Как было, как задумано. Вот структура немного меняется. Угу. Видишь, становится более плотным, что ли? Да, я по себе это чувствую. Места пустые заполняются. Я возвращаюсь. Да, всплывай. Я таблетки кушаю. Через меня идет тем пораженным мирам, в которых я шлялся когда-то. Интересный процесс. Крышу рвет. В хорошем смысле от наполненности. Кельчитай, открой личико. Да, конечно. Обсуждаем.
Загрузилась? Нет, нет еще. Нет, еще того. Вот там внизу, где уходила, вот получается, если надеть тор на себя, это получается ниже жопы. Вот у меня прям там боль. Пустота и боль. Я теперь понимаю, откуда эта пустота и боль. Мы же часть Тора, не только нашей вселенной, всех вселенных. Прям больно было. Вот найти бы этого мудака сейчас, набить бы морду от души просто этому сумасшедшему ученому. Ты же его трах тебе дохнул. Не, я его в прошлом найду. Да. Похожего найду. Оторваться надо. Это что, ему просто его откуда-то выгнали, ему нужно было доказать, какой он гениальный? Он кому-то что-то доказывал, да. Что он может с пространствами круче всех оперировать. И вот он вышел, начал оперировать с пространствами. Он вышел не только... Там была предрасположенность в этой вселенной, вот такая форма работы, да? Это левее, получается, и выше плеча, условно. Если спруты на уровне плеча и справа, куда они меня ударили, почему у меня шрам там, блин, на физике так проявилось, все их влазенье, то это выше чуть на уровне головы, лба даже. Самые умные там, короче, были. И он допротыкался, и он создал такую ситуацию, он начал скачивать, типа вечный источник энергии. Ее же много. Ну, он слишком много хапнул, не знаю, для чего, он еще сам не знал, для чего ему эта энергия, он просто начал выкачивать, как батарейка. Но система-то замкнутая. Девать ее некуда было, и он ее просто как складировал где-то, как аккумулятора делал, ну и таблетки. Да, может, хотел потом свой тор создать, ничего, ему вселенной мало, вселенную-то любой почти можешь создать на определенном уровне развития. Вот, и он создал, чтобы пробить, начать скачивать, он этот вирус сделал, как ломиком его. А наш создатель пытался защититься. Но по уровню воздействия, получается, поскольку масштабировалось, получается, как и внешний тор. Внешних торов я не вижу. Мы все части этого одного великого тора. Вот он типа защитился от этого вируса, но пробой все равно произошел, и вот этот вирус начал уничтожать эту вселенную дальше и выкачивать энергию. И поразил этого мужика, который начал, сумасшедшего ученого, который, собственно, этот вирус же сам, он сам себя в прошлом, вот тут замкнутое получилось. Кольцо. Это же кольцо использовала тварь. Уверен, так же работали медузки, уже не посмотреть. И у меня такая же херня произошла. Я повоздействовал на тварь, она пришла именно туда. Ну, хорошо, что сюда ко мне пришла. Мы долго были вместе, и вот я ее победил. В итоге тоже кольцо. Везде кольцо. Как с этим сумасшедшим ученым? Он создал этот вирус, который поразил его, который дал ему эту возможность, который его изменил и заставил также вампирить. Потому что он изначально создавал этот вирус для пробивания и вампирения, чтобы вытаскивать энергию из тора. Фух, неужели это конец? Я надеюсь, что это конец. Дальше не вижу ничего. Не уверен, что у меня память это останется. Об этом всем. И у тебя тоже. Ну, может, как на какое-то время. Потому что эта память уже с нами. Было и было. Больше такого не будет. Никто вне пределов Торы не смогет залезть. Я как-то еще до сих пор собираюсь. Ладно, собирайся.